родился в бедной китайской семье. Его родители были настолько бедными, что хотели продать маленького Ченя, чтобы свести концы с концами, за 26 долларов британскому акушеру, который принимал роды. Он родился весом около 5,5 килограмм, так как мать вынашивала его 12 месяцев, пока не сделала кесарево сечение. За это мать дала ему прозвище Пао-Пао – пушечное ядро. Когда ему было 7 лет, его родители направились в Австралию в поисках работы, оставив его в школе-интернате в Гонконге. Здесь он получил новое прозвище «Большой нос» после того, как разгневанный школьный учитель сломал тростью ему нос. Его унижали и избивали, родители оставили его, но Чэнь не опустил руки и продолжал мечтать. Часто, когда он оставался один, он пересматривал фильмы с Брюсом Ли и мечтал, что когда-то он будет таким же сильным и знаменитым, как Брюс. Эта мечта помогла ему достигнуть успеха в акробатике, актерском мастерстве и восточных единоборствах. День за днем он усердно тренировался много часов. Он изучал актерское мастерство и видел себя на больших экранах. В возрасте 8 лет он получил небольшую роль в своем первом фильме «Большой и маленький Вонг Тин Бар». И к тому времени, как он окончил школу в 1971 году, он уже успел сняться в 7 фильмах. Прежде чем стать известным под именем Джеки, он использовал множество псевдонимов. В 1976 году от своих австралийских товарищей получил имя Джеки. Когда Чан работал строителем, на стройплощадке работал парень по имени Джек, а Чана для простоты назвали «Малым Джеком», а затем «Джеки». Джеки Чан внес невероятный вклад в мировой кинематограф. Количество картин, в которых Джеки Чан успел сняться за свою кинокарьеру, около 200. Среди наиболее успешных картин с его участием – «Молодой мастер», «Закусочная на колесах», «Сердце дракона», «Доспехи Бога», «Доспехи Бога 2», «Операция Кондор», «Разборки в Бронксе», «Мистер Крутой», «Кто я?», «Час пик», «Шанхайский полдень», «Час пик 2», «Вокруг света за 80 дней» и «Запретное царство». На счету Чана не только огромное количество картин, но и огромное количество переломов. Связано это с тем, что все трюки от самых простых до невероятно сложных актер исполнял и исполняет самостоятельно, чем заслужил огромное уважение и у зрителей, и у коллег по киноцеху. Широко известен актер и своей благотворительностью. Его нередко можно увидеть в роли посла доброй воли в самых отдаленных уголках нашей планеты, жертвующим немалые суммы людям, пострадавшим от цунами, наводнений. Половину своего состояния завещал на благотворительные цели. Его девиз – «Страха нет, дублеров нет, равных тоже нет». В 2017 году Джеки Чан получил «Оскар». После 56 лет в киноиндустрии, спустя более 200 фильмов и многих сломанных костей, наконец-то «Оскар мой». Спасибо, Голливуд. За прошедшие годы ты научил меня многому и сделал чуть-чуть знаменитым.